Приветствую всех, меня зовут Александр, и сегодня у нас будет ремонт телефона от фирмы Xiaomi, модель Redmi 4 Pro. На данном аппарате мы будем менять дисплей, который я предварительно заказывал на AliExpress для клиента. Ссылки на данный дисплей я оставлю в описании к видео. Упакован он был хорошо, никаких претензий, нареканий к дисплею нет. Итак, сейчас я вам детально расскажу и покажу, как менять дисплей на данном аппарате. Ну а если вам понравится видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и комментировать. Поехали! Итак, как вы видите, на экране после падения имеется скол стекла, а в верхнем углу целая трещина. Также, помимо внешних дефектов, при включении на дисплее отчетливо видны желтоватые пятна, на появление которых может повлиять очень много факторов. Убрать эти пятна достаточно проблематично, поэтому будем менять дисплей. Давайте приступим к разбору и сразу извлекаем симулатор. Далее переходим в нижнюю часть смартфона и выкручиваем два винта возле разъема microUSB. Обратите внимание, что винты откручиваются отверткой в форме звезды. Теперь подтеваем лопаткой рамку и производим вскрытие смартфона. При вскрытии будьте внимательны, не порвите шлейф, идущий от сканера отпечатка до материнской платы. Отщелкиваем шлейф сканера и убираем крышку в сторону. Теперь откручиваем 5 винтов на нижней части смартфона. Поддеваем крышку лопаткой и извлекаем ее. В крышке расположен общий динамик и контакты для антенн. Отстегиваем шлейф, соединяющий две платы между собой. Отключаем коаксиальный кабель. Откручиваем винт, фиксирующий плату. Далее поддеваем лопаткой и отклеиваем плату от рамки. Снизу все, теперь переходим наверх смартфона и также откручиваем все винты на плате. Убираем металлическую планку в сторону. Отстегиваем аккумуляторную батарею, затем в шлейф, соединяющий верхнюю и нижнюю плату. После отстегиваем шлейф дисплея, шлейф тачскрина. Выкручиваем два оставшихся винта, отклеиваем и извлекаем основную камеру. После вынимаем всю материнскую плату целиком. И вот так вот выглядит материнская плата с двух сторон. Что ж, осталось извлечь аккумулятор и можно будет отклеивать дисплей. Для этого надо подтянуть за язычки в нижней части аккумулятора. Этим действием мы убираем из-под него двухсторонний скотч. Извлекаем аккумулятор и убираем его в сторону. Теперь отклеим шлейф дисплея от рамки, а также проверяем, чтобы был отклеен шлейф тачскрина. Если поверхность смартфона сильно разбита и на стекле имеется много трещин, то рекомендую перед разделением наклеить на экран обычный скотч. Производить расклейку я буду при помощи моего самодельного сепаратора. Вы же в домашних условиях можете использовать обычный фен для волос. После прогрева поддеваем чем-нибудь дисплей и отклеиваем от рамки. Теперь берем новый дисплей, предварительно собираем наш смартфон и проверяем экран, набитые пиксели, наличие мертвых зон, а также на адекватное срабатывание сенсорных кнопок. Если все нормально, то очищаем и обезжириваем всю поверхность рамки от старого скотча. Для склейки я буду использовать клей B7000. Вы можете использовать либо аналог, либо вообще двухсторонний скотч. Аккуратно наносим на всю поверхность рамки умеренное количество клея и приклеиваем наш дисплей.
Далее берем прищепки и прижимаем дисплей к рамке на время высыхания клея. После высыхания собираем смартфон, еще раз перед закрытием все проверяем и, убедившись, что все в порядке, производим окончательную сборку смартфона.